Мама. Не психуй. Правильно, мама не психуй. Молодец. То соседи вот придут и будут говорить. Что они нам будут говорить, что мама не психуй? То орёт, мне скажут, а я скажу мама. Мама никогда не орёт. Да, заявить нельзя. Заявить тоже нельзя. А то отбегутся соседи. И беду у нас дом, и вот скажут. Чё вот? Чё тут происходит? Мама, там... Мама. Так, давай ты пока пойдёшь в комнату тогда, ладно? Максу. Нет. Я тебе говорю, я сейчас прихватить начну. Мама всех... Таблетки не принимала сегодня. Врачи все сегодня на празднике. Кто будет маму лечить сегодня? Если мама доведется до белого коленя. Я. Ты? Да. Посолим. Только... Ой, я ничего не хочу делать. Вот просто. Просто ничего не хочу делать. А мне сейчас пожар. Что бы кофточку надела маленькую? Сегодня еще холоднее. Спасибо. У меня глаз вообще открыться не может. Я говорю, я вот лежала сегодня, блин. Красный. И тетки его налево. Так, тихо говорю. Сейчас пожарим омлет. Так, пока помидоры порезать, что ли. Лук надо почистить. О, блин, господи. Что? Что сейчас? Максут! Еще ничего не случилось. Ага. Ну, случилось сейчас. А мы... Видишь, баклажан все испортила собой. Зажигалку взяла, зажигалка резать собралась. Ума! Вот же ума у Иринки с утра. Да? Сейчас мы сначала намоем, перемоем. Что же обрезать? Зарина спит еще? Да. Ну да. Ее надо потому что разбудить. Зачем ее будить в выходной? Пускай спит. Она так сон, это хорошо. Она... Если он спится. А я за меня ночью сказал. Спокойной ночи и поцеловала на щечке. Молодец. Он сейчас сидит, тебя нахваливает, что он тебя поцеловал даже на ночь. Спокойной ночи, тебе сказал. Она приходит и говорит, он тут мне по лицу игрушкой, говорит, бьет. Целовал, но только ночью. Так, все. Мне ваши
Разборки не нужны с утра. Кстати, мам, я забыла тебе сказать. Мы доброе утро, мам. Мы с тобой уже полчаса вместе. Мы до сих пор доброе утро, говоришь, мне сказала. Мы уже с тобой поцеловались 10 раз. Все. Это мне резать, это мне шинковать, музыку сейчас включать и под музыку. У меня чердак сегодня не на месте немного. Ну, ничего страшного. Я хотела просто в магазин поехать за краской опять. Что-то думаю, наверное, сегодня они ни хрена не работают. Вот баклажан начали добавлять, и потом перец болгарский, мороженый. И мне пальчики оближем, девочки, когда вместе поедем. Еще раз с праздником. Ешьте на здоровье. Наедайтесь досыта.